Ярослава кушает фишки. Ам? Ам? Оп! Всем привет! И сейчас я иду в роллидром. Ты будешь кататься на роликах? Да. А не разучилась? Я не знаю. Ну, пойдем посмотрим. Кажется, Ярослава, здесь вообще никого нет. Мы уже одели ролики, одели защиту и катаемся. Ярослава кататься не разучилась, больше боялась. Да? Трюки разные, я, конечно, выполнять не умею, но кататься на роликах люблю. Оп, молодец, удержалась. Ребята, я сама сейчас буду себя снимать. Уже я же немножко устала с непривычки. Ярослава кушает фишки. Ам? Ам? А их много, круг не заканчивается, да? Оп! Умница! Уезжай! Поворачивай! Промазала! Ясечка, я предлагаю тебе идти переодеваться. Зайдем еще в магазин игрушек, а потом поедем домой. Ну как, твоим ножкам легко теперь? Ага, очень. Что ты хочешь поискать? Не знаю, просто хожу себе. Давай игру какую-нибудь найдем интересную, приедем домой, поиграем. Давай. Пошли. Ищем отдел с играми. Вау! Это с животными, как мне нравится, да? Меняют цвет они, да. И можно покупать баночки. Угу. И вот, сейчас смотри, как прикольный. Мягкий? Да, пушистый. Много чего положить. У, это же этот, как мне так понравится. Модные сумки, да? Одевается, понял? И можно сюда и телефон ложить. Смотрите, какую куклу мы нашли с масками. Две маски в наборе идут. И вот такая вот кукла в черном наряде. Это, наверное, на Хэллоуин, да? Наверное.
И вот еще одна. Видите, здесь разные две маски. Наконец-то мы добрались к отделу с играми. Смотри, есть какая-то с бегемотами игра. А это что за игра? Это фермер. Ферма? А что надо делать, не знаешь? Не знаю, нужно доставать, читать правила игры. А вот смотри, какая интересная. Аквариум с какой-то рыбой. Ну, в общем, туда еще дальше проходи до конца ряда и выбирай, какая тебе понравится. Вот не знаю, что это за игра? Может, это будет прикольно. А здесь, здесь какие-то, видишь, кузнечики. Один светло-зеленый, другой темно-зеленый. И не знаю, что они делают. Мы уже приехали домой. Я купила вот такую вот игру. И еще я купила шахматы, потому что очень давно хотела научиться в них играть. Шахматы мы оставляем в сторонку, а в игру сейчас поиграем. Эта игра, ребята, называется «Боксирующие шарики». Сейчас мы достанем все содержимое коробки, соберем эти наши два аппарата и попробуем в них поиграть. Я так понимаю, что нам с Ярославой нужно будет соревноваться. О, много чего. Да, это у нас инструкция. О, наклейки. Вау, еще и наклейки есть. Да. Глаза, видишь, одни для синего, другие для красного. Еще какие-то наклейки. Смотрите, у нас есть здесь набор шариков разноцветных. Давай посмотрим, это обычные шарики или, может быть, какого-то определенного размера. Нет, самые обычные надувные шарики. Если они у нас закончатся, мы сможем купить в магазине любые. Я беру синий, и я хочу туда надуть синий шарик. Ты выбираешь синего игрока? Ну хорошо, я беру красный и желтый шарик. Синего боксера, и сейчас я ему наклею глаза. И глаза, они у него такие большие. Чтобы хорошо видеть противника. Наверное. Оп. А теперь вместо шарика примерь себе на голову. Я король. Боксер. Смотрите, какой боксер у нас. У меня четыре руки. А это мой боксер красный. Мы ему еще не приделали руки. А ну давай поменяем. Снимай. Примеряй. Это уже больше похоже на корону. Да, это больше похоже. Без рук прикольней. Все, победа за Ярославой однозначно. Мы уже, ребята, собрали наших боксеров, и сейчас у нас будет первый раунд. Да. Смотрите, у нас на наших джойстиках здесь вот такой вот рычажок, с помощью которого мы будем драться. Вот и все, что нам нужно будет делать. Ну что, готова? Да. А что ты прячешься сразу? Давай, на раз, два, три начинаем. Раз, два, три. Поехали, в бой. Ярослава! Ярослава! Во втором раунде мы решили нашим боксерам нарисовать рот. Мой боксер готов. А Ярослава еще там пытается нарисовать какую-то татуировку. Нет. Сейчас посмотрим, что у нее получится. Я передумала. Передумала? Я рисую такую. Понравится. Ты, наверное, с зубами, да, острыми рисуешь боксера? Нет, сейчас покажу. Долго еще? Нет. А теперь? Нет, да. Уже совсем скоро? Да. Может быть, уже хватит? Нет, ты как Маша с мультика. Может быть, все? Ну, сейчас все. Ух ты! У нас усатый бородатый.
Вообще-то боксеры перед боем должны привести себя в порядок и побрить бороду. Мои губы все равно. Я так и понял. А можно посмотреть на бой? Посмотри. Что? Ну что, готова? Да. Так. Выставляем ровненько. Подожди, раунд номер два. Раз, два, три. И у нас 100% победитель усатые колючки. Ну а теперь пошла я с папой учиться играть в шахматы. Пока-пока!